Более 20 дворов всего за месяц благоустроено в Йошкар-Оле. В столице республики этим летом продолжается реализация программы благоустройства 100 дворов. Новые детские площадки, удобные тротуары и безопасные подъездные пути к домам оценили, пожалуй, все горожане, дворы которых преобразились в лучшую сторону. Бульвар Чувайна 16, Эшкинина 22, Петрова 2, Ленинский проспект 22. Далеко не полный список отремонтированных на сегодняшний день дворов. Так стоит отметить, что программа этого года по приведению дорожного покрытия во дворах, соответствующая нормам состояния, ведется особенно активно. На ремонт одного двора у дорожников уходит не более 2-3 дней. Первый день – подготовительные работы, второй – укладка нового асфальта картами или ямочный ремонт в зависимости от общего состояния дорожного покрытия. На данный момент отремонтировано 17 дворов. В общей сложности это порядка 15 тысяч квадратных метров, уложено 1800 тонн асфальтобетонной смеси. В ближайшее время будут проводиться работы по ремонту дворовых территорий на улице Карла Либкнехта и на улице Мира. Как нам пояснили в УГХ, при составлении плана работ учитывались близость их нахождения к социально значимым объектам, образовательным и детским учреждениям, учреждениям здравоохранения, культуры. Впрочем, несмотря на то, что для многих жильцов, особенно автолюбителей, приход ремонтной техники в их двор был долгожданным, ответственность некоторых из них не проявляется и во время проведения ремонта асфальтобетонного покрытия. Усложняет ремонт дворовых территорий наличие личного транспорта жильцов. Для того, чтобы жильцы выбирали транспорт, мы заблаговременно извещаем их, расклеиваем объявления. К сожалению, это не всегда выполняется. Хотелось бы обратиться к жителям домов, дворовые территории которых ремонтируются, с тем, чтобы они внимательнее относились к уведомлениям, потому что мы развешиваем объявления на каждом подъезде и выбирали личный автотранспорт. Так, подготовительные работы сейчас ведутся во дворе дома номер 92 по улице Комсомольской, дома номер 40 по бульвару Чувайна, проспекту Гагарина, 14. На очереди еще несколько дворов. С полным их списком можно ознакомиться на сайте администрации Йошкар-Олы.